Всем привет, чуваки. Сегодня опять иду кататься в скейт-парк. Сегодня погода уже получше, поэтому думаю, что-то сегодня нормальное поснимать. Сейчас проведу лайк-чек вам вот этого велика моего. Думаю, может, кому-то интересно будет. Так, еще скоро мне с Харькова приедет моя кассета Кенч. Обычная нормальная кассета вроде. У меня не проскакивала. И передняя втулка. Odyssey Wanderer Pro переспецую на этот обод, наверное, чтобы был цвет такой черный. Задний обод у меня iCloud Bondi Aero. Уже представляю, как буду делать тейпы на кассете, еще что-то педали назад крутить. Уже очень сильно соскучился за этим. Так, я встретился уже с Артуром. Расскажи свой план. Короче. В общем, мы с типом скидываемся на пак пива. Девочка еще покупает вино. И еще одна девочка покупает вино. И мы нахуй набухиваемся, разъебываемся в скейт-парке. Ломаем три руки, а Кирилл ломает ту же ногу. А я катаюсь, мне похуй вообще. Вот такой скейт-парк. Тут гранька, пул, перилка, плед, книжка, перила, грань. Грань, пул, ебло! Чуваки, прикиньте, как классно немцы придумали, короче. Вот отключишь, если гранник, и мне как раз на 8 сейчас надо будет. Просто, вон там скейт-парк. Блин, первый раз такое вижу. И насос рабочий. И все бесплатно, пацаны. И смотрите, вот этот парк. Такая перила квадратная тут, грань. Такая книжка. Грань туда, получается, на дроп. Подкаты. Дальше вот такое вот. Вот такой волрайдик, тут перилка вниз. Еще вот тут перила, там коттер маленький. Тут книжечка такая, подкаты, граньки, большая грань. Бля. Так, чуваки, отошел я от скейт-парка, чтобы показать вам, что стоит на моем велике, рассказать подробно все. Так, начнем с грипс. Грипсы у меня Audi Soft, обычные грипсы, классические. Короче, рулик лад девяткой примерно, потом, может, вспомню, напишу на монтаже. Дальше вынос Undefreeze, рулевая Odyssey, вилка Complete какой-то ноунейм, пеги, не знаю, переднее колесо фулом с Sunday. Рама King Titan, уже заварил ее, треснула тут натяжитель цепи. Дальше сидуха, моя котбайкс, подсидел United, фрикостер, сальт, покрышки Eclat Tomorrow, камеры No Name, шатуны Odyssey Calibur 170-е, педали хочу скоро новые купить, Eclat, обычные вот такие без оси. Дальше цепь у меня вот тут культ, уже рвалась у меня. И звезда, вот тут можно найти сейчас, это Саброса. Вот Саброса. А, и каретка у меня тут Odyssey. Вот такой меня обзор байка. Как я уже говорил, скоро ко мне придут мои колеса с Харькова, моя кассета, моя передняя втулка на болтах. Это передняя втулка на оси. Буду, наверное, покупать в ближайшем времени хабгарды передние два. Они, правда, стоят по 10 евро на каждый. И педали хочу купить еще.
Ну и вроде все, пока что мне нормально. Ну как, вообще прекрасно, даже так скажу. Даже немного усилился, стоим под дверьми вот тут. Все немцы начинают уходить. Вот такая у нас небольшая движуха тут. Так, чуваки, прошел вот такой небольшой дождик. Там уже скоро выйдет солнце. Надеемся. Еще покатаемся в этом скейт-парке. Очень прикольно, вот такие линии можно делать. Майнолы, балансы, фейки. Каждый день дождь идет. Еще, в принципе, как в Украине, тут катаются вот такие вот дети, которые очень сильно мешают. Ой-ой-ой, как же... Вот столько много тут детей. Там просто дроп, я там делал manual one эти, там где-то по колесо, по вынос. Я там вот это... только без велика. Еду сейчас на вокзал в Нюрнберг за колесами моими, за моей кассетой. Сейчас 5:46. Я уже выдвинулся. Проснулся в 5 утра сегодня. Наконец-то заберу свою кассету. Уже очень сильно соскучал за ней. Приеду, заберу. Распаковка и поставлю на свой велик колес. Еще надо будет заказать хабгарды и педали. А то хабгарды уже оба сломаны, там на одном трещина, второй отломался. А педали уже, ну, такие лысые. Так, чуваки, час стоял, ждал водителя на вокзале. Сейчас уже забрал все. У меня покрышка торчит уже. Сейчас надо будет идти до вокзала. Бля, остальные пейзи мои, рюкзак с вещами. Даже хаб, по-моему, один целый остался. Блин, я колеса в чем прикол, все надутые, накачанные. Вот эту фантаграйку с фрикостера поставить на свою, на кассету, на вот эту фантаграйку поменять, чтобы поставить туда мой пластиковый когард. Вот. Очень плохо ей уже. Прям реально грязная. Первое есть. Осталось раскрутить полностью систему. Руки уже черные. Все. Так, единственный плюс одинарных ободов, я считаю, что легко вылазит просто покрышка, и на этом они заканчиваются. Все. Фух, вот мои два колеса. Осталось посмотреть внутренности задней втулки и накачать их, и все.
вот так вот просто. Она будет по-любому сейчас разбирать. Чуваки, просто посмотрите, сколько тут всего говна. Сколько тут смазки. Просто посмотрите. Сейчас буду как-то пытаться все салфетками очищать. Так, чуваки, вот так это пока что выглядит. Вот уже вроде как отмыл. Собачки, вот мои пружинки. Еще внутренность надо почистить. Ну, ё-моё. Так, чуваки, собрал я уже ее полностью. Звук вроде получше стал, но все же. Так, парни, приехал я к Артуру домой. Сейчас он меня накормит, потому что я не ел с 5 утра. Короче, парни, едем свободным ходом, я на скейтборде, потому что Артур, во-первых, накормил меня, и поэтому он едет на велике моем. А во-вторых, он не купил билет за 9 евро, который должны покупать все. И получается, этот билет на месяц, я его купил. И начинают сейчас ходить проверяющие в метро, и поэтому мы едем не на метро, а своим ходом из-за Артура. Кассете покатать. Показываешь ей вот этот пальц, ты что, охренел вообще? Кому пальц надо показывать? Вот женщине мы. Какой? Ты меня, дурочка, не включай. Я не дурочка, извините. Ты меня, дурочка, не дурочка, тогда я не включаю. Что, вы можете это и вести себя? Нет, могу. Мы к вам подошли, первые начали говорить с вами, я не понимаю. Нет, вы не подошли ко мне. Но... я подошла к вам. Вы ехали в мою страну, потому что вы тут пугаете людей, блядь. Кого пугаю? Ёбаный в рот, блядь, подмажем там. Вы пугаете людей? Да, конечно, это моя страна, блядь. Что вообще, вы себя вести надо прилично. Вы президент этой страны? Да, стану, блин. Моего города Парибасу. Понял. Как что за дела, это? Блин? Как город? Кто это такой вообще? Как город? Нюрнберг, ты где находишься, блин? Не знаю. Веди себя прилично и не ругайся, не матерись. Веди себя прилично. Ты не говори, что будет делать в моем доме, понятно тебе? Вы можете отойти, как пожалуйста, 3 метра дистанции. Вы летели, пугаете, у них тут такие маневры, в Украине. 3 метра дистанции, пожалуйста, отойдите. Надо подумать, это нормально там, а тут нет, понимаете? Кто, они все пугливые тут. Почему вы на блин, не подходите? Пацаны, ну ладно, давай, по-нормальному, да? Да, тут да, всякие да, правила, да. По-нормальному, да? Тут за всякую хрена теми не штрафуют и все такое, понимаешь? Ничего да. Это специально вы сколько сделали... заходитесь? Это грань специально 3 сделали скейтеры. 3 месяца, ну молодцы, блин. Мы общались с людьми, которыми 100 из 100 сказали, что можно, а вы одна говорите, что нельзя. Ну, да. Такие есть везде, поедем. Дело в том, что вы такие, вы на таком уровне вы катаетесь, понимаешь? Вы такие, так не умеют, понимаешь? Умеют, вам надо, прекрасно. Вам надо побольше, побольше лучше, такие, побольше места. Я вам могу показать, где мы побольше места и где прикольно. Мы сейчас снимем и уедем. И где? Где побольше места? Это специально оборудованные грани принесли скейтеры, на них можно кататься. А я тебе про что говорю? Я тебе про место говорю, где круче. Мы знаем. Где вот с такими этими? Мы хотим здесь сейчас доснять трюк. Turn them to love.
парни, вот такой влог сегодня вышел, такой насыщенный, как вы просили, подлиннее. Снимал его 2 дня. Вот такие у меня были 2 дня. Сейчас еду домой без цепи, потому что я его порвал. И теперь придется покупать еще не только хабгарды и педали, а еще и цепь. Думаю, надеюсь, евро 50-60 обложусь в этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Поставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропускать мое видео. В общем, всем пока.